Новый голос кочевников в новом месте. Решение сменить дислокацию удивило абсолютно всех. Поэтому мы очень сильно надеемся, что Ацагат удивит нас с хорошей стороны. Целые годы ожиданий, споров и сомнений, организация площадки на новом месте, подбор самых разных и колоритных участников. И все это ради двух дней фестиваля. Мы впервые участвуем на фестивале такого масштаба. Мы приехали сюда и были абсолютно удивлены. Мы не ожидали, что здесь будет настолько красиво и нас будет приветствовать столько людей. Мы создаем новые возможности для отдыха, для впечатлений и для развития событийного туризма в Бурятии. Поэтому мы сегодня в Ацагате. По-своему интересно, хорошо, свежо дышится. Я впервые на этом прекрасном фестивале и очень нравится. Приехали на автобусе бесплатном. И прекрасное настроение, прекрасная погода, комаров еще нету. И вообще все замечательно. Побольше бы таких мероприятий вот, с традиционным уклоном, с традиционной культурой. Вот, вообще эта музыка очень хорошая, конечно. Что вас подвигло выступить вместе с Махандой? Вы вроде бы такие разные, но... Почему разные? Мы одинаковые. Одинаковые? Да. Ментальность одинакова. Национальность одинакова. Как бы мы взяли за основу песню «Наин Нава». У нас уже был трек «Наин Нава», который мы ее голос уже сэмплировали, пробовали, да? И делали трек. Но я взял слова, изменил, убрал полностью старые куплеты и написал новые слова для «Наин Навы». Но не одной лишь музыкой запомнился фестиваль. Мест, где можно было отдохнуть от рева гитар, барабанов и прочих инструментов, хватало на всех. Можно было и в гости к семейским заглянуть, научиться стрелять из лука и даже поучаствовать в обряде сватовства по всем канонам бурятских обычаев. Мужчина должен быть таким свирепым, правда, да? Могучим и волосатым. Как раз соответственно. Ну-ка покажите, какой вы свирепый. Ну, вот такой свирепый. Вот такой свирепый мужчина, да? Ну как бы то ни было, основные действия проходят здесь, там, где музыка и толпа. И, конечно же, выступление хедлайнеров этого вечера, группы «Бани». Сказать, что грузины зажгли, значит ничего не сказать. Такого драйва и веселья ни один из предыдущих фестивалей, пожалуй, не видел. А ведь поют ребята о простом, родном и близком для каждого человека. Песни о родине, о любви, естественно, и о предках. Потому что каждый человек должен чтить своего предка. Мы это помним, мы это уважаем и живем, как надо жить. Мы как дома себя чувствуем. Просто здесь теплые люди, гостеприимные, как в Грузии. Нам здесь понравилось. Надеемся, что не последний раз находимся тут. Вот так и оказывается, что для хорошего фестиваля требуется совсем немного. Открытое небо, танцы и песни о любви, о предках и о родном доме. Ну а мы, в свою очередь, с нетерпением ждем новых сюрпризов от организаторов. Ацагат, голос кочевников. Увидимся в следующем году. Будаман Хоев, Вячеслав Батоев, Первое альтернативное.